Добрый день, меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер и руководитель студии, системной студии дизайна интерьеров, также мы делаем и архитектуру. Мы находимся сейчас на одном из наших объектов, здесь же, кстати, находится и наш офис, наша небольшая студия. Это объект «Маленькая Италия», коттеджный поселок, в котором мы делали реконструкцию таунхауса. Был он около 400 метров, стал почти 800, то есть большой достаточно объект, большой объем. Здесь мы делали и экстерьерную часть, делали пристройки, и интерьерную. Мы постарались внести продукцию White Hills, как хорошие архитекторы, с фасада и внутрь. Это отвечало потребностям заказчика, потому что здесь достаточно большие объемы, и заказчик не хотел маленькие какие-то формы, да, хотел более крупные, как в французском таком старинном замке. Сейчас мы находимся в одном из самых интересных и любимых мест. Сюда, когда приезжают гости, у нас достаточно часто бывают различные мероприятия и события. Здесь собираемся, специальный барбекю и вот такая удобная беседка в средиземноморском стиле, выполненная в виде арок, натуральное дерево, подсветка, ну и ступени, которые уже ведут на центральный вход. Из ассортимента мы применили основные три позиции. Это камень Данвеган, камень Хантли и тротуарная плитка Тивели. Продукция компании White Hills, сама по себе артикулы и качество продукции нас полностью устраивает. Здесь применены два типа камня, видно, как соединяется через подоконник. Это Хантли и Данвега. Также обрамление мы заменили полностью, здесь было не очень качественно, сделали хорошее обрамление для окон. Для меня, как и для дизайнера, очень важно именно соответствие цветов. Вот в этом случае хочу как бы дать хорошую оценку именно качеству продукции, что от партии к партии цвет практически не меняется. Для меня, как для дизайнера, очень важно не просто наличие качественной продукции, но и в целом, как устроена работа, как работает менеджмент, как идет процесс. Об этом я вот написал такую детальную книгу, специальную, такую толстенькую, на 500 страниц, где как раз рассказываю, каким образом дизайнеру и поставщику выгодно работать на благо клиента. И принципы, которые здесь описаны, очень хорошо, что White Hills тоже придерживается и старается наладить коммуникацию и взаимодействие с дизайнерским сообществом.